Всем здравствуйте. Хотел дать официальный комментарий по поводу того, как развивается ситуация, какие последние новости. Дело в том, что в последнее время, на мой взгляд, компания «Этажи» испытывала определенные трудности, определенное такое давление со стороны внешних сил, так их назовем. Вот. И ну, это так сказывалось на работе объективно, потому что мы где-то последний год активно осуществляли операционную деятельность, но сильно не реинвестировались. Да? Вот. Ну и хотя и этого хватало вполне, чтобы вполне успешно расти. Вот. На сегодня могу констатировать, что абсолютно все вопросы решены. То есть мы везде достигли взаимопонимания со всеми органами, государственными, региональными. Везде видим теперь поддержку. Особенно повлияло, конечно, и те выступления, которые на Петербургском международном экономическом форуме были. Даже вот после них последние беседы, они происходили совершенно по-другому. Мы это объективно видим. Вот. Поэтому для себя принял решение, что продолжаю эффективно развивать компанию в России с центральным офисом в Тюмени. Мы активно начинаем инвестиционные все фазы всех проектов, которые были. Вот, и я уверен, что наша компания покажет себя еще максимально эффективно. Мне внутренне приятно, что удалось вот стабилизировать ситуацию в целом. Я вижу, надеюсь, что наш пример станет примером для других предпринимателей эффективно развиваться, верить, что в России вести можно эффективный бизнес. Вот. Те сложности, которые были, они все-таки преодолены. Много этой энергии заняло, сразу скажу, я встречался с очень высокопоставленными лицами в России. И где-то на тех уровнях, ну, получил нужную поддержку. Вот. Поэтому всех, кто там следил за ситуацией, да, хотел сказать, что все нормально, все хорошо.